Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Хотел расчесаться, как всегда. Меня сейчас подстригли, ничего и нету. Котовский, говорит. Ну давай. Откровение, 7 глава, 3 стих. Не делайте вреда ни на земле, ни море, ни земле, ни морю, ни деревам. Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Толкование. Еще не настало время великих бедствий, и удерживаются разрушительные ветры. За грехи людей пострадает и природа, потому что тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Римлянам 8 глава 20-21 стих. Время бедствий, о которых здесь говорится, отчасти было при разрушении Иерусалима. И тогда избранные печатью Божией христиане вовремя оставили город Иерусалим и бежали к Пеллу. И по свидетельству историков, никто из них не пострадал. Страшные разрушительные ветры римских легионов обрушились на иудеев. Но более всего это совершится при Антихристе, когда немногие, не принявшие печати Антихристовой, но запечатленные Богом, будут охранены Господом. Сегодня время благоприятно. Еще удерживаться лукавый от своего великого неистовства. Но чувствуется уже дыхание ветров, потому бодрствуйте. Откровение, 7 глава, 4 стих. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Толкование. В главе 14 Откровения с 3 по 5 стих написано, что эти 144 тысячи представляют собой искупленных от земли христиан, запечатленных духом и животворящим крестом Господним. Само число символично, как и все числа апокалипсиса. 144 тысячи равняется 12 умножить на 12 тысяч. По 12 тысяч из каждого колена Израилева. Представить это число можно и так. 144 тысячи равняется 12 умножить на 12 и на 1000. Тут мы видим 12 патриархов Ветхозаветного Израиля и поставленных вместо них князьями всей земли. Псалом 44, 7 стих. 12 апостолов – это образ Ветхозаветней и Новозаветней Церкви. С другой стороны, это можно разуметь и как сугубую проповедь апостольскую. 12 умножить на 12. Тысячекратно умноженную в их преемниках и всех чадах их. У Бога от века начертано число его избранников. Римлянам 11 глава 25 стих и Апокалипсис 6 глава 11, 7-4. От каждого колена перечисляется 12 тысяч. По значению имени родоначальника каждого колена можно говорить о характере запечатленных чад церкви. Жития святых представляют множество подвижников этих различных видов благочестия. Откровение, 7 глава, 5 стих. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Толкование. Мир всем приходящим на наш канал. Полностью. Толкование. Примечательно, что колено перечисляется не по старшинству, а первым называется Иуда. Грех Рувима в отношении к отцу своему и жестокость Симеона и Левия к жителям города Емора и Сихема не позволили им стать родоначальниками Христа. Потому им стал четвертый сын Иакова, Иуда. А для апокалипсиса важно не старшинство сыновей Иакова, а откровение Иисуса Христа. Поэтому это благословенное колено перечисляется первым. Иуда означает исповедание, через которое бывает отличаемый спасаемый исповеданием Христовым. Это исповедавший Христа Льва Иудина. Исповедники Христовой веры, Святой Церкви, нескончаемую вереницу проходят они перед нами. Верный свидетель Антипа, Откровение 2 глава 13 стих, Максим Исповедник.
Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Рувим означает «сын видения». Этим означается «приобретший сердечно-чистотой духовное видение». Это мужи просветленные и духовные, прозорливые пророки. Таких даров сподобились многие подвижники и пустоножители. Таковы были подвижники земли русской, как преподобный Сергий Радонежский, праведный Ян Кронштадтский и многие духовные старцы. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Гад означает искушение. Искушениями знаменуются, подобно многострадальному Иову, многие праведники. Это претерпевшие в своей жизни великие страдания, скорби и искушения. Нескончаемая вереница христианских мучеников, особенно первых времен, а также времен последних, чьи имена еще не вошли в материалог церковный. Откровение 7 глава 6 стих. Из колена Осирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Толкование. Осир означает блаженство. Это те, которые через духовные подвиги и добродетельную жизнь стяжали внутреннее блаженство. Это исподобившее вечного блаженства и стояние одесную Отца. Многих церковь именуют блаженными. Блаженный Августин, блаженный Феофилакт, Василий Блаженный. Прекрасный храм его имени украшает Красную площадь у Московского Кремля. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Нефалим означает молитва. Этим означается прилепляющаяся к Богу непрестанной молитвой. Таковы были многие древние пустоножители, странники, как Симеон Столпник, проведший в молитве на столпе 47 лет, или великий молитвенник земли русской Серафим Саровский, 1000 дней и ночей в молитве стоявший на камне. Из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Манассий означает забвение. Это те, кто ради божественного угождения оставляет все – отеческие дома, семьи, богатство, славу, мирские занятия. Например, святой Франциск Ассизский, ради Христа оставивший все, возлюбивший более всего на земле нищету, оставил в забвении все, ибо перед ним был только Христос. Память о его страданиях была столь сильна и постоянна святому Франциске, что на теле его открылись раны Христовы. А сколько иродивых Христа ради, в забвении оставив все, принимали на себя насмешки и поругания и были в глазах людей, как безумные. Откровение 7 глава 7 стих. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Толкование. Симеон означает послушание. Это Богом оправдываемое за повиновение Его заповедям. Люди, полностью побеждавшие свою волю в послушании. Таковы были многие иноки, как, например, Сергий Послушливый, 8 век. Его мощи почивают в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Левий означает «принятый». Это принятие Христом за священно достойную жизнь. Левий поставлен 8-м. В этом сокровенный смысл, ибо 8-й день, первый день новой недели, поставляется Христом новое священство. Вечером первого дня недели приходит Христос к ученикам и поставляет их на священное служение, дает им к тому благодатный дар Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 по 23 стих. Прошла ветхозаветная неделя, первый круг дней. И вот в первый день новой недели, в день 8, с переменой священства, Евреям 7 глава, 12 стих, переменяется ветхий закон на новый. Это угодившие Богу священнослужение. Таковы были и великие иерархи, как святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, или святители Алексий, митрополит Московский, Дмитрий, митрополит Ростовский. Иссахар означает награда. Это получающий великую награду за добродетельное житие на земле. Не видели ли уготавливающийся им на небесах награду первомучик Стефан? Апостол Павел, Деяния 7 глава, 56 стих.
и 2 Тимофея 4:8. Не великой ли наградой было святому Сергию, игумену Радонежскому, обетование от Бога, что как великое множество птиц распространятся иноки его обители. Велика награда небесна детей Божиих. Откровение 7 глава 8 стих. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Толкование. Завулон означает жилище силы или благоухание. Это люди, ставшие жилищем Божьей силы, как Христос говорил, что облечетесь силой свыше. Луки 24 глава 49 стих. Это ставшие, как говорит апостол Павел, Христовым благоуханием Богу. 2 Коринфянам 2 глава 15 стих. Не обители ли силы Божией и духовным благоуханием? В земной долине Платья были многие монастыри, многие угодники Божии. Вспомним преподобного Серафима Саровского, который открыл Мотовилову даже физическое восприятие благоухания и света Духа Святого. Это такие, о которых, как о Мардохее, может быть сказано, что он был великим иудеев и любимым множество братьев своих, ибо искал добра народу своему. Эсфирь, 10 глава, 3 стих. Иосиф означает приложение. Это те, кто вместе с Царством Небесным, по слову Спасителя. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6 глава 33 стих. Получили многие земные блага. Так Иосиф искал только верности своему Богу, а Бог дал ему быть вторым после фараона. В Египте величайшей державе того времени. Иные Христа ради оставляли все, что имели. Другие обильно благословлялись земными благами, стояли у кормила земных государств, оставаясь верными Христу. Таковы святая царица Елена, мать императора Константина, король франков, Карл Великий, равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, благоверный князь Александр Невский или московская княгиня Евдокия в монашестве Ефросинья. По смерти своего мужа Дмитрия Донского в тайне под пышными княжескими одеждами, носившей вереги. Вениамин означает сын болезни, пополняющий число запечатленных через скорби. В родильных скорбях и болезни умирает Рахиль, рождая Вениамина, и тем дополняет число сыновей Иакова до 12. Это спасаемый через веру из иудеев при кончине века. Это тот остаток Израиля, о спасении которого говорит апостол Павел Римлянам. Римлянам 2 глава 25-26 стих. Умирает Рахиль, вошло полное число язычников, и рождается сын болезни и скорбей антихристовых, которые охватят всю землю. Обращаются ко Христу евреи, в скорбях великих восполняет полное число семени апостольского. 12 умножить на 12 тысяч, 144 тысячи. Восполнено число сыновей Бога Израилева. Имена этих святых мы еще не можем привести. Они пока еще только в Месяцеслове Небесном, в книге жизни. Таковы 12 колен Израиля Божия. На 12 вратах Небесного Иерусалима будут написаны имена 12 колен Израилевых. Откровение 21 глава, 12 стих. Исповедание, видение, искушение, блаженство, молитва, забвение, послушание, священнодействие, награда, сила и благоухание, приложение, болезни. Вот 12 ворот, которые нам надлежит войти в Небесный Иерусалим. Весьма странно и невероятно толкует это видение о 144 тысяч запечатленных, свидетелей Иеговы. По их понятию, эти 144 тысячи искупленных были в 1914 году взяты на небо. Теперь оставшиеся верные свидетели Иеговы ждут последних событий, особенно битвы Армагеддон. Толкование насквозь сложное, чрезвычайно быстро распространившееся в наш век. К ним относятся слова апостола Павла. «И слово их, как рак, будет распространяться. Отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру». 2 Тимофею, 2 глава, 17-18 стих.
о том, что будет только одно всеобщее воскресение мертвых в последний день, расскажет в толковании на 20, расскажем в толковании на 20 главу. Да. Приложение первое. Существует очень много ложных эсхатологических учений и ложных толкований апокалипсиса. Разбирать их все нет ни возможности, ни надобности. Да и просто нет человека, знающего все бесконечные вариации постоянно меняющихся, отмирающих и нарождающихся ложных пониманий, как в народных поверьях, так и в различных сектантских течениях. Достаточно просто изложить учение Православной Церкви, принятое от самих апостолов, изложенное в творениях святых отцов. Это все-таки рассмотрим несколько широко распространенных в наше время лжеучений. Одни опровергнем сразу, другие по ходу толкования. Распространено учение о том, что сам Иисус Христос якобы сказал, что его второе пришествие в мир во славе состоится при жизни апостолов. Основанием для этого считаются слова из Евангелия. Матфея 10 глава 23 стих. Также Матфея 16 глава 28 стих. 24 глава 34 стих. Евангелие от Иоанна 21 глава 22 23 стих. И ожидания первохристианами пришествия Христова при их жизни. А поскольку этого не случилось, то значит учение Христова непогрешимо. Он, дескать, принес великое учение, но, увы, ошибался, а потом не является истинным Богом. Это учение в наши веки активно разрабатывал знаменитый протестантский теолог, гуманист и врач Альберт Швейцер, 1875 год по 1965 год, лауреат Нобелевской премии мира. Об этом же учении пишет в своей брошюре «Почему я не христианин?» английский математик и писатель, лауреат Нобелевской премии Бертран Рассел. Но у великих людей велики и заблуждения. Увы, но учение, которое они проповедовали, основано исключительно на ложном толковании слов Спасителя. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Матфея 10 глава 23 стих. Здесь говорится о пришествии Сына Человеческого. Но ведь это еще совершенно не означает, что речь идет о Его втором и славном пришествии. В данной главе Евангелия говорится о поставлении Христом своих 12 апостолов и посланиях одних на проповедь. Доселе они еще никогда не открывались в своем служении от Учителя, не отрывались в своем служении от Учителя. Теперь же Он их посылает одних и говорит к тому же о том, что их будут гнать и преследовать. Стих 23. Еще не окрепшие духовно и не получившие силы свыше, Луки 24 глава 49 стих, ученики могли впасть в уныние и не дерзнуть на этот труд. И тогда Господь утешает их и говорит, что это испытание не будет долгим, и не успеют они еще обойти всех городов Израилев, как Он уже сам к ним придет, и на том испытание их окончится. Нелепость утверждения, будто Христос говорит здесь о своем втором пришествии. Очевидно, так как Матфей написал свое Евангелие в то время, когда апостолы явно обошли уже все города Израилевы, да и почти вся Римская империя уже была оглашена апостольской проповедью. Так неужели стал бы он записывать столь явную несуразицу? Кто бы тогда стал его слушать и принимать такое учение? Как бы мог Матфей приписать такое несоответствующее словам тому, о ком он говорит, что это Мессия, Сын Божий, воскресший, имеющий всякую власть на небе и на земле? Эту же мысль можно отнести и к стихам. 16 глава 28 стих и 24-34 стих. Матфея. Возьмем другие высказывания Христа. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Матфея 16 глава 28 стих. Ответ ищите сразу же в дальнейшем тексте. Матфея 17 глава с 1 по 8 стих. Стоящие здесь. Это 12 учеников. Некоторые. Это Петр, Иаков и Иоанн. Они через 6 дней увидели Христа, грядущего в Царстве Своем.
То есть увидели его на Фаворской горе, преображенного. Не в виде рабского, как всегда, а в виде царского, в божественном сиянии своей прославленной плоти. Увидели, как царя живых. Явление рядом Ильи пророка живым взято на небо. И как царь умерших, явление Моисея. И снова обращаемся к Евангелию. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Матфея 24 глава 34 стих. Все сие, все знамения второго и славного пришествия Христа, какой же род не придет? В следующем стихе, стих 35, говорится, что не придут слова Христовы, то есть этот род, хранящий слова Христовы, род христианский. И апостол Петр называет христиан родом избранным, как и псалмопевец Давид говорит о роде ищущих его, Псалом 23, 6 стих. Несмотря на все гонения и катастрофы, даже времен Антихриста, этот род христианский не придет. И еще один момент запечатлен в Евангелии. Его, увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 21 по 23 стих. Петр привык всегда быть вместе со своим другом Иоанном. И вот Господь послал Петра на великое служение и предсказал ему о его кончине. Глава 21. Но Петра волнует еще: а что же будет с Иоанном? И Господь отвечает. Стих 22. И снова надо выяснить, о каком же своем пришествии и куда говорит здесь Господь. Неоднократно говорил Христос о своем пришествии на Иерусалим для его разрушения. Матфея 24 глава и Марка 13 глава. Это совершилось в 70-м году через римских императоров Веспасиана и Тита. И действительно, до этого времени все апостолы повсюду проповедовали Евангелие. И мученически перешли в жизнь иную. Иоанн же до этого времени оставался в Иерусалиме, никуда не уходя, неся на себе заботы о Пресвятой Деве Марии, Матери Господа, врученной ему Христом, распятым на кресте. После же успения Божией Матери перед разрушительным пришествием Господа на Иерусалим через Веспасиана и Тита, Иоанн оставляет Иерусалим и выходит на проповедь, которая ведет еще 30 лет. Что же касается того, что первые христиане ожидали пришествия Господа еще при своей жизни, так это совсем не говорит о том, что Христос им это говорил. Христос говорил только о своем близком пришествии, не указывая срока. И в последующие века часто христиане ожидали пришествия Господа при своей жизни. И ныне многие считают, что наше время и есть последнее время мира, и нам придется встречать грядущего Христа. Но не исключена возможность того, что все мы уснем смертью, и только грядущее поколение встретит Христа грядущего. Во все времена были люди, предсказавшие точную дату пришествия Христа. И их последователи собирались встретить Христа, но он не приходил. В 1832 году, например, таврические сектанты, ожидая явления Христова, распродали все свое имущество и целыми селами пошли за Кавказье встречать на горе Христа. Но обманутые своими вожаками и разоренные вернулись ни с чем домой. В 19 веке немцы, менониты в России под водительством Клааса Эппа толпами двинулись в Туркестан, в Среднюю Азию, встречать грядущего Христа. Так там и появились первые немецкие поселения. Один из основателей адвентизма, Вильям Миллер, два раза назначал второе пришествие на 1843 год, а потом на 22 октября 1844 года. На 1914 год назначено пришествие Христа Чарльзом Расселом в США, основателем учения секты свидетелей Иеговы. Намечалось пришествие Христа и на 70-е годы нашего столетия. Сейчас в ходу народное поверье о пришествии Христа в 2000 году.
Никогда подобные пророчества не исходили от Священного Писания. Это чуждо не только православию, но и католичеству. Ибо Священное Писание и святые отцы так не учат. О том, что будет ложное пришествие, говорил и сам Господь. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Матфея, 24 глава, 23 по 25 стих. О дне же своего пришествия Христос ясно говорит. О дне же том или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Марка, 13 глава, 32 стих. То есть, не только люди, но даже ангелы этого не знают. И даже сам Христос, когда, как сын человеческий, этого не знал. Но как Бог, разумеется, Он ведал все и день своего пришествия на суд. А поэтому нам остаются слова Христа, сказанные им, ученикам своим, пред вознесением на небо. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Деяния, 1 глава, 7 стих. Только по знамениям возможно определять близость пришествия Господа. Да и в этом случае надо быть весьма осторожными, ибо легко ошибиться. Дня же и часа никто не знает, и Священное Писание его не указывает. Но вернемся к лжеучениям. Одно из них – учение о семи периодах в истории Церкви. Среди таких сектантских течений, как баптистское, меннонитское, широко распространено мнение, будто семь посланий семи церквям, Откровение 2 глава 3 стих, описывают семь периодов в истории Церкви. Каждому посланию соответствует свой период, распределяет периоды так. Эфесский первый век, век апостольский. Большая ревность христиан, чистота церкви, но к концу теряется первая любовь. Смирнский, 2-3 века. Период гонений первых христиан римскими императорами, гонимая и страдающая церковь. Пергамский, 4-6 века. Святоотеческий период становления христианства в качестве господствующей религии. Сообразование церкви с миром сим и введение идоложертвенного, таинств, обрядов и иконопочитания. Церковь отходит от истинного учения святой жизни. Фиатирский, 7-9 века, эпоха реформации, выход из католичества и начало протестантизма. Это первые протестантские течения, англиканство, лютеранство, форматы. Но реформировано еще только учение. Внутренняя духовная жизнь еще мертва. Филадельфийский, 18-19 века. Это внутренние возрожденные христиане течение с истинным учением. Начатки первой общины меннонитов и баптистов, потом методисты Джон Весли и дальнейшее возрождение. Этот период будет, собственно, до второго пришествия Христова. Восхищение церкви. Лаодикийский, нынешний, период последнего времени, сосуществует с филадельфийским и будет тоже до восхищения церкви. Период теплохладности, духовного охлаждения и разложения духовного сна. Такое ложное толкование и ложное разумение истории церкви измышлено сектантами. Толкование явно антицерковное, порочащая церковь, оправдывающая их выход из церкви и составленная исключительно в угоду себе. Одновременно это ложный, совершенно односторонний, а также утрированный взгляд на историю христианства. Покажем его неверность. Во-первых, во всем Писании не имеется абсолютно никаких указаний на то, что семь посланий надо понимать как семь периодов в истории церкви. В апокалипсисе мы вообще не наблюдаем строгой хронологичности. Смена одного видения другим никак не означает еще смену времен. Последующее видение далеко не всегда показывает и времена последующие. Такой хронологический подход сделал
бы толкование апокалипсиса вообще невозможным. Таким образом, учение о семи периодах может быть только предположением, которое явно не соответствует истории Церкви. Период Эфесский, первый век. Мы видим, что в конце апостольского века первым христианам было принесено какое-то покаяние о потере первой любви. Тогда Христос должен был бы сдвинуть их светильник. Но из протестантов никто не может отрицать, что, по крайней мере, еще два века, второй-третий века, христианский светильник стоял на горе, и всю силу пока не сгорело язычество. Период Смирнский, второй-третий века. Вроде можно отнести его к периоду гонений римскими императорами, но ведь он подходит и к периоду великой скорби при Антихристе. А тогда это послание должно было стоять последним. Период Пергамский, 4-6 века. То, что в это время любодеяние с миром, обмерщение христиан, это верно. Но ведь это только одна сторона. А для этого периода характерно не только любодеяние, но и детство. Не только слияние с миром, но и уход из мира. Ведь это период высшего расцвета монашества, отшельничества, подвижничества. Сколько второй-третий века дали мучеников, сколько в этот период духовных подвигов положников, аскетов, богослов, отцов церкви. Если в первом веке христианство имело наибольшую харизматическую силу, по-гречески божественное, благодатное дарование, то в IV по VI века оно достигло своей наибольшей глубины. Мнение, что идоложертвенное – это введение святыми отцами таинств, обрядов, иконопочитание – есть просто кощунство. Таинство ввел Христос, а иконы не только христиане всегда почитались, но были и в Ветхом Завете. Так что эти мысли есть просто искажение истории и кощунство над святыней. Верно то, что это время становления культового обряда, но обряда, отражающего культ Бога живого, богослужения, а не идолослужения. А впрочем, мы уже говорили, что во все времена были грехи всех семи церквей, а значит, и в это время были грехи пергамские. Нельзя под учением Валаама понимать учение святых отцов, потому что учение Валаама в Пергаме последовали немногие, а учение их принималось всею церковью и подтверждалось на Вселенских соборах. Известно, что к концу этого периода церковь на своем пути никакого покаяния не принесла. Но никак мы не видим, чтобы Христос скоро пришел и сразился мечом уст своих. Откровение 2 глава 16 стих. Совершенно никакие особые события или резкие изменения не характеризуют переход церкви в следующий период. Далее, в пергамский период ни с кем не может быть отождествлен свидетель Христов Антипа. Период Фиатирский, 7 по 9 века. Очень выгодно сектантам считать церковь средневековья и папство Иззавелью, чтобы оправдать свой выход из католичества, из церкви, оправдать свое появление. Немногих увлекла за собой и Фиатиров, и Иззавель. Учение же православия и католичества исповедовала тогда вся церковь, кроме очень малого числа еретиков. Несмотря на все грехи в церкви, церковь не блудница, кощунственная мысль, а невеста Христова. Сектанты говорят, что тогда были не державшиеся того учения. Да, были некоторые еретики, но ведь они совершенно не держались учений, которые ныне держатся секты. Этих учений тогда вовсе не было. Так что же, Илья, или церкви тогда не было, или секты не церковь. Сколько грехов не совершили тогда римские императоры, но они никогда не были ложной пророчицей, а всегда проповедовали христианское учение. Далее, если принять мнение сектантов, то какие
последние дела фиатирцев были больше первых. Откровение 2 глава 19 стих. Ведь по их мнению, церковь все более и более деградировала, пока не дошла до невозможного состояния и не возникла необходимость реформации. Если Елизавель, папство и средневековье, так же, как оно будет ввержено в великую скорбь Антихриста, Откровение 2, 22, средневековье давно прошло, а великой скорби еще и поныне не было. Период Сардинский, 16 по 17 века, эпоха реформации, католичества и православия. По сектантскому толкованию вроде уже как и нет, ибо послание они утверждают, что с 16 века Писание вообще игнорирует католичество и православие, но не находит нужным их и рассматривать. Какой в этом самообольщение дерзость сект? А если принять их толкование, то реформация, получается, только носит имя, будто она жива. Фактически дело это мертвое. И потом, если церкви в Пергаме и Фиатирах в основном принимают похвалу, а имеют против них Христос лишь немного, то здесь вся церковь мертва. Иные близки к смерти. И имеются лишь несколько человек, не осквернивших одежды. В таком случае, не от живого дела ли к мертвому привела реформация? Так окончательно запутывается это лжетолкование. Период филадельфийский. Это период поздней секты. Вышедшие из протестантов примеряют на себя. Толкуют в угоду себе. Эта церковь не имеет упреков. Такого периода никогда в истории не было. Разве лишь первые несколько лет после Христа, вторые и третьи года. Не было этого периода и в 19 веке, как иные говорят. По-видимому, надо вообще не знать 19 век, чтобы так говорить. Или в нескольких своих делах видеть всю церковь. А эти-то как раз филадельфийцы и были уже далеко-далеко от церкви. Далее говорят, что в последнее время филадельфийские и лаодикийцы будут сосуществовать. Но тогда вообще нарушается сама теория периодов. Писание вообще не говорит, что эти семь посланий описываются семь периодов. И тем более не говорит, что первые пять посланий – пять последовательных периодов, а шестое и седьмое – совместные периоды. Так сектанты делают просто потому, что никак невозможно найти в истории безупречного филадельфийского периода и лаодикийского, не имеющего вообще никакой похвалы. Если же разделить эти два последних периода, то они сектанты, лаодикийцы. А также никак в этих периодах мы не видим того особого всплеска и силы Духа Святого в христианах последнего времени, о которых пророчествовал пророк Иаиль. Иаиль, 2 глава, с 28 по 32 стих. Интересно, что существует толкование посланий семи церквям, как семи периодов, составленное современным православным автором в пользу православия. Так можно одно и то же столь по-разному перетолковывать. Это медвежья услуга православию, а оно в ней не нуждается. Учение о семи посланиях, как о семи периодах, в любом случае ложно. Еще одно лжеучение о восхищении церкви и о двух воскресениях из мертвых. Смысл учения в том, что по окончании семи периодов истории церкви Христос, невидимо для мира, но видимо для своей избранной церкви, придет за своими. При этом состоится первое воскресение, то есть воскреснут праведные, а живущие праведники изменятся и все вместе восхищены будут встретить Господа на воздухе. На страшный суд участники первого воскресения уже не приходят. Мир же и теплохладные, неверные христиане всего этого не увидят, а останутся на земле и войдут в великую скорбь, учиненную Антихристом. С недавних пор некоторые сектанты стали учить, что церковь захватит часть великой скорби, а потом будет еще восхищение на небо. Кстати, эсхатологические воззрения сектантов меняются неимоверно быстро. Не воскресшие в первом воскресении воскреснут на вечное мучение.
Некоторые же во время великой скорби, претерпевшие мученичество за Христа и прочие, вошедшие в тысячелетнее царство, еще могут наследовать спасение, но уже с меньшей славой, чем участники первого воскресения и так далее и тому подобное. Эти воззрения очень широко распространены среди самых разнообразных сект. Считается, что в любой день можно совершиться восхищение церкви. И многие его усиленно ожидают этого момента. Это в страхе от верующих заставляет их духовно бодрствовать. Но с другой стороны, этих же верующих усыпляет тем, что они не войдут в гонение Антихриста, и они к нему не готовятся. Поскольку они уверены, что Антихрист при них не придет, то они его и не примут за Антихриста, и легко будут вовлечены в его сети. Ублажают они себя и мыслят, что им не придется проходить потусторонних мытарств, не даже быть судимым на страшном суде. Ложность этого учения будет скрываться по всему ходу толкования Апокалипсиса, и особенно в толковании 20 главы. Много всяких учений и поверий о личности Антихриста. Иные говорят, что это будет человек, который ранее уже жил и снова явится. Называют при этом то Нерона, то Наполеона, то Ленина. Все это неверно. Священное Писание нигде не говорит, что это будет человек, ранее живший. Это будет человек, родившийся в последнее время. А личности же, в которых действует дух Антихристов, предтечи Антихриста, постепенно подготавливающие его престол, уже были в истории человечества и еще будут. Иные говорят, что Антихрист в мире уже есть, и называют при этом то безбожие, то всякое нечестие, то ереси. Но в этом-то и дело, что Антихрист этот будет человек греха, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. То есть конкретный человек, а не просто какое-то мерзкое явление в жизни общества. Антихрист такой же, как и все человек, но преисполнен всякого греха. Он восстанет на самого Бога и будет попирать вселенную и святыню. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. Подробно об этом, обо всем этом пойдет речь в самом толковании. Вводит некоторые заблуждения учения о Великой Блуднице о Вавилоне. Очень часто получается так, что кто кого не любит, тот того и наказывает Великой Блудницей и Вавилоном. Подобно все это мы рассмотрим в толковании 17-18 глав. Восставшись против церкви, многие сектанты богохульно называют пустым гробом, Вавилоном, Великую Блудницу, саму Святую Апостольскую Католическую Православную Церковь. Другие, как адвентисты, например, считают Вавилоном римский святительский престол Папы Римского. Во всем этом, конечно, полное неведение отпавших от церкви людей, их заблуждение, а иногда и слепая злоба. Множество грехов, совершенных в течение веков христианами, даже среди высших церковных сановников, свидетельствуют лишь о их немощи и греховности человеческой. Но именно против этих грехов и отступлений выступает Святая Православная Церковь, сама являясь и оставаясь святой, непорочной, непогрешимой. Ложное утверждение меннонитов и многих баптистских сект, что Великая Блудница – это экумена, современное течение объединения различных вероисповеданий. Священное Писание ясно говорит, что Великая Блудница, Вавилон, это будет не духовно-религиозная сила, а политическая, крупный город последнего времени. Подробно об этом будет в толковании 17-18 глав. Существует и понимание коммунизма как попытки создания единого религиозного общества, объединяющего различные, а по возможности и все религии. Вот такой путь гибельный. А такое общество может оказаться нужным разве только Антихристу. Необходимы встречи представителей разных вер.
на которых совершается обсуждение вопросов, различающих и разделяющих их. Но при этом должна быть вера в то, что есть истина, и что она едина. Святые отцы учили так: в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Есть абсолютные и необходимые истины, которые должны принять для своего спасения все. Есть истины второстепенные, в которых может допускаться широковая свобода. Но в жизни бывает очень трудно осуществить это деление на главное и второстепенное. Так непослушание в малом может оказаться для конкретного человека души пагубным, а исполнение малого – спасительным. Матфея 25 глава 21 стих. Необходимо на основе и на почве любви принятие истины, оставление нечистого, сколь трудно и больно бы это не было. У всех христиан должна быть одна основа в Боге, во Христе, Его Церкви и учении. Послание к Ефесянам, 4 глава, 3-6 стих. Неправильно говорить о многих церквах, ибо Господь создал только одну церковь. Все остальное создано не Христом и не является церковью. Поэтому должно говорить не о соединении церкви, а о соединении всех в церкви. Каждый должен, веруя в Бога, Троицу, соединиться с Богом и освободиться от греха и смерти через Спасителя, Бога-человека Иисуса Христа. Что совершается в церкви верой, покаянием, святыми таинствами и жизнью по заповедям Божьим? Еще можно сказать так: евхаристическая чаша – вот та общая точка мира человеческого и мира божественного. Все мы должны приискренне соединиться с Богом и между собой через евхаристическую чашу, через причастие. Голгофа, венчающая Евхаристией, вот место, где мы все должны побывать. Здесь небо соединяется с землей. Бог с человеками – это место, где мы все и Бог становится одним. Разумеется, что при этом речь не о формальном участии в таинстве причащения, не об интеркоммуниционе, а о приискреннем участии в Евхаристии со всеми его необходимыми условиями и следствиями. Вот оно, единство в главном. В определенных же обрядах и даже некоторых богословских мнениях различных поместных церквей может допускаться свобода. Это не говорит о незначительности этих обрядов и мнений, а о их многоразличности. Глубина и спасительность обрядов и некоторых толкований и мнений сочетается с их многоразличностью. Но если святые отцы допускают свободу во второстепенностью, то надо подчеркнуть, что истина должна приниматься вся. Так нельзя, например, допускать мысль о том, чтобы сектанты приняли у себя истинные таинства, но продолжали бы оставаться иконоборцами. Не должно быть ни безразличной всетерпимости, ни взаимной вражды. Ну, я думаю, что на этом можно закончить, потому что тут дальше все идет. Ну, если смотреть, заметь где, пожалуйста. Потому что большое оно. Я как раз тут покажу сейчас. Ну, хотя, в принципе, я могу дочитать. Ну, ладно. Давай, дочитай. Тут полторы страницы. Современное экономическое движение принесло как определенные добрые плоды, так и определенные соблазны. Встречи с иноверцами могут быть как сверху, так и снизу. Сверху – это встречи глав разных религиозных обществ и их богословов. Они призваны решать вопросы в глобальном масштабе. Снизу – это встречи с инославными людьми, служителями и паствой, с целью соединения их с Матерью Церковью. Каждый человек должен возревновать о своей принадлежности к стаду доброго пастыря, доколе блуждать на путях беззаконных. Одним из лжеучений является учение о тысячелетнем царстве, хелиастическом учении. Это учение было и среди первых христиан II века, но оно не было общепринятым и было впоследствии полностью отвергнуто всей Вселенской Церковью. С новой силой это учение проявилось во время реформации среди анабаптистов. Сейчас это учение широко распространено среди самых различных сект. Многие сегодняшние сектанты учат,
что после восхищения церкви и великой скорби и царства Антихриста придет Христос, свяжет на 1000 лет сатану, и сранее восхищенный на земле будет царствовать. Это будет своего рода золотой век. Особая и главенствующая роль в этом царстве будет у евреев. Изменения будут даже в окружающем естественном мире. Между людьми и животными будут отношения, подобно тем, что были в Эдеме. Будет своего рода первозданная жизнь. Грех будет существовать, но не будет искушения к греху. Потом сатана еще раз будет отпущен, возбудит великое восстание народов Гог и Магог. Это будет на краткое время. После этого всеобщее воскресение мертвых и страшный суд. Сектанты основываются при этом на местах Писания. Исаия 11 глава с 1 по 10 стих, Михея 4 глава, Захария 14, Откровение 20 глава с 1 по 10 стих. В этом учении выражается чаяние многих народов о Золотом веке. Но по сути это все продолжающееся иудейское ожидание Царства Мессии на земле. Плотское понимание Царства Духовного. Ложность этого учения будет показана в толковании 20 главы Откровения. Ложным является и учение о том, что не будет вечных мук. Приверженцы этого учения говорят, что Бог есть любовь, поэтому Он не может наказывать грешников вечными муками. Они говорят, что душа человека не бессмертна, а претерпев определенное, соответствующее и греху при жизни, наказание умрет и превратится в ничто, прекратит свое существование. Иные говорят, что потом все, даже бес и дьявол, спасутся. Такое учение в древности развил знаменитый Александрийский церковный учитель Ориген III век. Почитая и высоко ценя творение Оригена, церковь, однако, соборно определила это его учение как ересь. Ныне подобное учение распространяется в сектах, не особенно, правда, прививаясь. Полностью же это учение принято в адвентизме. По ходу толкования мы увидим неверность отрицания вечных мук. Первое доказательство тому – Священное Писание. О вечных муках говорится ясно. И многие спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Даниил 12 глава 2 стих. Пробудятся не для временного, а для вечного поругания. И пойдут сии в муку вечную. Матфея 25 глава 46 стих. Совершенно ясно говорится, что претерпят вечные муки. Об этом же в Евангелии от Иоанна, 5 глава 29 стих. Все эти источники параллельно говорят о вечной жизни и о вечных мучениях. Значит, если будет вечная жизнь, то будут и вечные муки. А если не будет вечных мук, то не должно быть и вечной жизни. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Откровение 14 глава 11 стих. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20 глава 10 стих. Дьявол Антихрист и все неверные будут вечно мучиться. Отрицающие вечное мучение для подтверждения своего учения начинают искажать смысл слов, выражения «во веки веков». Объясняет так. Есть века, составляющие определенный промежуток времени. И вот во веки этих веков будут мучения. В немецком переводе Лютера это звучит так. От вечности до вечности. И объясняет так, что, мол, была вечность и будет. А вот от и до мучения, то есть опять промежуток времени. Все это просто филологические спекуляции, не выдерживающие никакой критики. В таких случаях надо не логику в словах искать, а тот смысл, который принято этими словами выражать. А выражение «во веки веков» принято обозначать именно вечное. А то ведь может скоро догадаться под словом «безначальное» понимать не нечто всегда бывшее, а нечто несуществующее, ибо оно еще не началось. Если понимать эти слова так, как понимают их некоторые сектанты, то как тогда понимать обещание Христа?
в веке грядущем жизни вечной. Марка 10 глава 30 стих. Как это в веке будет вечность? Итак, следует не мудрствовать, а принимать общепринятое словоупотребление, по которому будущий век, веки веков означает вечность. Кроме того, пророки и евангелисты, Даниил 12 глава 2 стих и Матфея 25 глава 46 стих, ясно обозначают эти слова: вечное поругание, мука вечная. Второе доказательство, догматическое. Говорят, что Бог есть любовь, а грехи людей, совершенные в жизни, ограничены по своей величине и тяжести. Поэтому, дескать, не только по любви, но и по справедливости невозможно вечной муки. Такие мысли говорят о том, что эти люди еще не пережили по-настоящему раскаяния блудного сына. «Отче, согрешил я против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Луки 15 глава 21 стих. Нет, значит, еще ощущение бесконечной святости Божией и бесконечности своей греховности и виноватости есть самооправдание и попытка вместить Божьи пути в наш рассудок. Догматически строго ответим так. О виновности человека судят не по времени пребывания во грехе, жизнь человека 20, 30, 50, 70 лет, а по тяжести греха. Один и тот же грех в разной степени тяжек в зависимости от того, кем и перед кем он совершен. Так же, как ни одно и то же обмануть случайного человека, друга или мать. Чем выше человек, перед которым грешим, тем тяжелее грех. Все же мы грешим перед Богом, а Он есть бесконечная святость и бесконечная любовь, а значит и грех наш. Бесконечно тяжек. Даже в юридическом практике тяжести греха соответствует длительность наказания. Например, несколько лет занимался мелким воровством, а посажен на год. Другой грешил всего несколько секунд, убил человека, а посажен на 10 лет. Так и мы. Недолго мы грешили за короткую нашу жизнь, но бесконечно тяжко, а потому и наказание вечное мучение. Потому и жертвой за наши грехи не мог стать хотя бы и совершенный. Но человек, каковым считали Христа, ариане и ныне считают свидетели Иеговы, а должен быть стать именно Бога человек. Грехи бесконечной тяжести требуют возмездия бесконечного, а потому и жертва должна была быть принесена бесконечная, каковой явилась крестная жертва Бога человека Иисуса Христа. И еще, грешники сами, отказавшись от Бога, будут вечно мучиться без Него. Ибо бытие без Бога – это не жизнь, а мучение. Спрашивают, как же могут быть одновременно любовь Божия и мучение людей? Ответим, нельзя говорить, что Бог и гиена будут существовать. Во всем, что есть, будет Бог. Все во всем. 1 Коринфянам 15 глава 28 стих. Гиена – это будет нечто вне того, что есть тьма внешняя. Матфея 14 глава 6 стих. Что вне Бога, то смерть вечная. В Боге блаженство, вне Его мученичество, мучение. Бог создал человека свободным. И выбирающий путь греха сам обрекает себя на вечную смерть, на вечное мучение. И есть третье доказательство, святоотеческое. Приведем несколько свидетельств святых отцов о вечности мучений грешников. Святой Игнатий Богоносец. Скверный пойдет в неугасимый огонь, равный тот, кто его слушает. Святой Поликарп Смирский говорит мучающему его проконсулу: «Ты грозишь мне огнем, горящим временно и вскоре угасающим, потому что не знаешь об огне будущего гнева и вечном мучении, который уготован нечестивым». Святой Иустин Мученик. А те же, которые живут неправедно и не раскаиваются, мы веруем, что они будут мучиться в вечном огне. Святой Феофил Антиохийский. Тех, которые не веруют и не покоряются истине, возьмет огонь вечный. И что поэтому необходимо следовать во всем пророческим учениям.
учением, чтобы избегнуть вечных мучений и получить вечное благо Божие. Святой Ириней Леонский. Кому скажет Господь, идите от меня, проклятый, в огонь вечный? Матфея 25 глава 41 стих. Те будут навсегда осуждены. Здесь счастье и несчастье имеют конец, и притом самый скорый. Но там и то, и другое продолжится бессмертные века. Когда душа получит нетленное тело, тогда ничто не воспрепятствует мучению ее продолжиться в бесконечность. Учение о вечности мучений грешников разъяснено на поместных соборах Александрийском в 399 году, Константинопольском в 543 год, и на Вселенских в 381 год и 5 в 533 году. Так учит Вселенская Церковь. Так, все? Все. Это первое приложение закончилось. Ну хорошо, большие тут делать ставки, но это необходимо. А у него лишнего тут ничего нету. В конце каждой записи я показываю сокровища, которые мы имеем. Вот Новый Завет в трех частях. Три тома. Здесь Откровение. Полное толкование на Новый Завет вместе с Откровением. Здесь у нас 240 иллюстраций раскрашен Гюстав Доре. Вот оно. Ну, видно, тут плохо видно, отсвечивает. Вот. Хотелось показать, тут я не знаю, потянет у меня или нет, тут у меня перекачка идет. Вот у нас канал «Во свете Библии открытым оком». Открытый. Православный видеоканал. Просто зарядите канал Игнатий Лапкин. Почти 1000 роликов наших здесь. Кроме того, у нас открыт сайт. Сайт, на котором 50 книг, это полностью Златоуст, жития святых, начитаны, аудио. На него только зайти, и вот она, видите как. Этот сайт называется «Во свете Библии». Православный библейский сайт. «Во свете Библии», то есть на основании Слова Божия. Внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». С него только щелкни, и ты уже там. Самым ценным, я считаю, 4124 ответа по темам, 55 тем. Вот, а здесь тут все 38 книг наши. Вот звук и видео, тут только зайти, и можно уже... Ой. Вот «Православный форум Игнатия Лапкина». Мне только щелкнул, и уже мы находимся на нашем форуме. Ну, форум нужно просто показать. У нас оказалось, что не в раз даже покажешь. Вот, сейчас я, может, попытаюсь показать. Потому что сильная загрузка идет от того, что перекачка идет. Вот, закладка. Сейчас я по закладке вытяну форум наш. Показать, какой у нас форум. Это 1440 тем. Это богатый-богатый материал. Это мы приглашаем всех. Там можно зарегистрироваться и быть полноправным членом. Вот он, православный форум Игнатия Лапкина. Вот оно. Пожалуйста. Первое у меня тут Смирнов, отец Дмитрий. Смирнов, отец Дмитрий. Не каждому это известно, может быть, кто. Это, как сказать, помощник патриарха по силовым структурам, связям с ними. Вот. И вот он выступает, и бывает довольно необычно. Вот он здесь говорит о том, что вера православная – это бесовская вера. Вот послушайте. Я включу погромче. А если я это скажу, значит... Победа зависит только от тебя. Вступай в армию бойцов. Сейчас я тут выключу эту рекламу. Обладатель рекорда Гиннесса. Вот. Ну, ничего тут не сделаешь, не одно. Сейчас. Вот он, батюшка, говорит. Поэтому, и так, положа руку на сердце, какую мы имеем веру? Не православную. Поближе надо подойти. Наша вера с вами, дорогие мои, натурально бесовская. Вот натурально. Приходит на исповедь и валяет дурака. Но... И это тоже не страшно. Страшно совершенно другое.
что он это валяние дурака воспринимает как покаяние. Человек уже давно покаяние заменил исповедью. То есть вместо покаяния я тебе расскажу сейчас, какой я плохой. Но я не собираюсь ничего в этом менять. Я таким и хочу и остаться. Вот в чем дело. Что никакого изменения в себе я не собираюсь даже производить. Если Господь, знаетесь, приблизился к вам Царство Небесное, вот оно приблизилось, вы уже можете войти. Нужно только вот измениться. Но вот этого изменения и нет. Поэтому, и так положа руку на сердце, какую мы имеем веру? Не православную. Наша вера с вами, дорогие мои, натурально бесовская. Вот натурально. Потому что это есть только изображение из себя. То есть вот отец лжи дьявол, это все одно сплошное лукавство. Так сказать, друг перед дружкой, но, к счастью, конечно, не перед Богом. И вот пока мы это глубоко не осознаем, ну, не надо удивляться, что мы от исповеди к исповеди все то же самое. Ничего не меняется, потому что никаких усилий, чтобы себя изменить, мы не производим. А вот христианством называется как раз вот это усилие. Вот эта напряженная жизнь. Поэтому мы все хотим отделаться внешним. Вот я буду правила читать. Там две кафизмы, это. Да хоть обчитайся, что хоть лоб расшиби. И это же ничего не изменит. От того, сколько ты там чего прочел, разве в Писании сказано, не в многословии будете услышаны. Но почему-то так вот мы читаем и как-то и не разумеем. Как будто это все как-то не про нас. Опять возвращаемся к своему ворчанию, к своим каким-то обидам, к своим каким-то попрекам друг друга и, главное, к мучению друг друга. Вот это страшное дело. Иногда вот так смотришь и думаешь, ну зачем люди так мучают друг друга? Вот все время друг друга мучают. И это и в семье, и на работе, и на улице. Все время как будто все озабочены только тем, чтобы делать друг другу одни гадости. Ведь если простой человек скажет, вот, у православных вера бесовская. Иакова 2:17-20 говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот мы желаем сейчас, для чего все это делаем, записываем, чтобы у людей, ну, особенно у православных, была живая вера, чтобы было духовное рождение, это первый акт, родиться свыше, и были водимы Духом Божиим. Тогда будет ревность в исполнении заповедей Божьих. Жертвенность какая-то, желание для Бога все сделать, потому что это Бог, который для нас не пощадил единородного Сына Божия. Вот он говорит здесь абсолютно правильно, так он говорит бесовское, как же так, у нас мощи, главное мощь в мощах. Почему он про мощение говорит-то? Ну простояли, пояс Богородицы, мыкнулись. Да главное икона-то целует как, вот так вот держит икону, ну, а потом лбом, вот это... Лбом-то зачем бьют, я говорю? Что, просветятся мозги? Нет. И притом это везде так. Гляжу, в Греции так делают, в Москве, вот у нас в Барнауле. Подойдет, поцелует и боднет. Но мы друг друга целуем-то, а потом лбами-то не бьемся, как бараны. Еще не посмотришь, все не такое. Почему? Слепорожденный, когда исцелел, его обозвали, говорят, этот народ невежда в законе. Я добавляю, а кто их такими сделал? Вот отец Дмитрий говорит, вера бесовская, как только ты веры ты привел, вы и привели, разлюбезные наши батюшки. Не учили их 2000 лет. Служба, акафисты. Начинаю сейчас об этом говорить, почему сектанты все захватили. А почему сектанты захватили? Да потому что понятное. Слово Божие в руки дали, ваше перевод синодальный.
Я сколько, 50 лет я на этом поприще, и они буквально меня захлестывают, попы. Да как так, вы не верите, что мощи нужны? Я говорю, счастью все мощи надо захоронить. А тогда как без антиминцев служить? Да никаких антиминцев не было, если на то пошло. Христос взял хлеб, ну что, он пошел искать мощи? На мощи чашу стал бы ставить? Но ответа-то никакого нету. И вот поезд Богородицы, и прямо с ума сходили, по 18 часов в очереди стояли. Но ничего не меняется. Мы этих людей-то видим, встречаемся, ходили туда, как играли в карты, так и играют. Как был блудник, так и остался. Вот все, что у нас есть, посвящено тому, чтобы во свете Библии просмотреть свою жизнь, сравнить ее со Святой Библией и измениться, быть водимым Духом Божьим. Довериться Богу, что нам скажет Бог. Вот у меня еще открыто это Mail.ru, мой мир. Я считаю, это лучшая система, даже в ее искореженном виде. Вот год назад она была отличная. Но сейчас посылать так нельзя, тексты не пошлешь. Но и то она, конечно, не Одноклассники, не ВКонтакте, не Facebook. Вот у нас здесь 1000 роликов, даже больше. Фотографии сколько, вот они, фотографии идут. Все это подписано. Вот я подписал, это костер, я на костер кладу, там дети сидят. Я сразу могу послать всем людям. Вот нас дети борются, вот она и есть. Выявляет силы. Вот наши дети кричат, Россия должна встать. Должна. Россия — это мы. Какая-то Маргарита Лыхина пишет, Бог вам в помощь в вашем праведном и трудном деле. Вот эта стирка тут, видишь, сколько. Стрижка идет тут, Максима наша. Ягоды собирают дети. Вот собрали. Это я одновременно, у меня 6 тысяч друзей, на всех могу послать. Где-то вы в каком-то ВКонтакте или в Одноклассниках, еще там нету. Наша задача — идите проповедуйте по всему миру. Мы проповедуем как можем только. Вот. Отец Дмитрий Дудко, вот он проповедует. Считаю, что все. Довольна на сегодня. Слава Христу. Многое нам Бог дал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Что-то обещал сегодня прийти, Гавриил, так и не пришел.